6 февраля 1854 года Николай I подписывает разрешение на организацию сплава войск по Амуру. При этом он добавляет своей рукой: «Ну, чтобы и не пахло пороховым дымом». Муравьеву это удается. Без единого выстрела русские войска возвращаются на Амур. Николай Николаевич говорил, что самая главная моя заслуга не в том, что я присоединил там 1,5 миллиона квадратных верст к России, а самая главная заслуга в том, что я установил жесткую, четкую границу между двумя империями. Россия и Китай стали как два гладиатора спиной к спине против англо-французской агрессии. Благодаря многим аристократам, дворянам и офицерам, солдатам, крестьянам и священникам Преамурье было возвращено России. Возвращено наперекор обстоятельствам, порой вопреки воле начальства, в год военного поражения России. Волей этих людей, их жертвенностью, подвигом, отдаленные восточные просторы стали надежным форпостом России, одним из источников ее богатства и процветания.